Максим, скажи, будь ласка, вийшла цікава гра. Така, ну, не то, що емоційна, просто така швидка, да? Тобто для команд ви багато атакували, ви забивали сьогодні, збережли свої ворота. Взагалі, які враження від гри і завдяки чому вам вдалося сьогодні перемогти? Ну, гра чудова, думаю, перемогли завдяки тому темпу, якому ми задали. Суперника трохи не вистачило, замін може, у них одна заміна була. Цього, може, їм не вистачило. Суперник досить добрий, сильний, дав бій. Ми дуже вдячні і дякуємо за гру. Максим, будь ласка, перший чи другий тайм тобі сподобався от за грою для обох команд? Перший тайм, я думаю, більш сильніший був. З сильної сторони суперника, що тобі особливо сподобалось в їхній грі? Всі сильні гравці персонально добре грають. Трохи розуміння в них добре грає. Так, досить добре. Як ти вважаєш, за рахунок чого вам сьогодні вдалося зберегти свої ворота сухими? За рахунок того, що ми викладалися на всі 100 і догравали всі епізоди до кінця. Ви виграли сьогодні, як ти вважаєш, тактично чи технічно? Думаю, тактично більш виграли. Ми більш задали темп і тримали його до кінця гри. Дякую. Люш, сьогодні ви побіділи за счетом 7-2, команду Альфа. Ну, не взяли так точно сказати, що от що, да, по ігрі, тому що все-таки Альфа дуже багато била по вашим воротам, атакувала, багато нереалізованих моментів. От цілому, скажи, будь ласка, чим тобі запам'яталась позитивним команда Альфа? І я думаю, що у вас не вийшло? Та вони завжди, вони від гри до гри прогресують, і це помітно дуже. У них є тренування, вони правильно налаштовуються на ігри, в плані того, що приходять раніше, там, ми бачили, що коли вже приїхали, вони вже були, перевдягалися, там вже перед грою розбирали, домовлялися, як грати, налаштовувалися, тобто вони молодці. І я думаю, що в майбутньому, ну, вони будуть точно боротися за призові місця, та і в цьому році теж, мені здається, що вони можуть, там скільки ще ігор залишається, ще можуть зачепитися. Тому ну, відчуття від них завжди дуже тільки позитивні, нема в них ніякої такої ну, підлості, що якщо так можна сказати, що нічого такого ну, поганого, неправильного не роблять, не б'ють там. Тобто борються, звичайно, за кожен м'яч, але в рамках правил. Молодці хлопці. Сьогодні ти був найкращий у відборі, але щось реалізація, да? Не дуже. Так, сьогодні в мене щось не вийшло забити. Зовсім м'яч падав з ноги. Ну нічого, це не головне, найголовніше, що команда перемагає. І якщо я ще можу в своїй 41 якось допомогти команді, я тільки буду від цього щасливий. Все ж, игра для зрителей, вот именно реальная энергия импакта, это было что-то с чем-то, ну, конфетка, как говорят, да, то есть просто все стояли, наблюдали за вами, было очень интересно. Первый тайм вы полностью, наверное, сдали инициативу, и импакт был на поле, и, ну, вас не было видно, но во втором тайме что-то произошло наоборот, то есть наоборот, вы стали активными, а импакт вот подсел. И интересно, что ты был, как тренер команды «Энергия», спокоен в первом тайме, несмотря на то, что да, полностью на поле обладал импакт. Расскажи просто свои впечатления в целом, что, чем тебе понравилась команда, соперник. И вот за счет чего вы все-таки смогли вырвать на последних минутах победу? Ну, первое, я хочу поблагодарить команду «Импакт» за игру. Игра была интересной, достойной, во многом равной. По поводу начала, я частично соглашусь, частично нет. То есть, действительно, импакт хорошо начал, мы немножко сдали позиции, но я не могу сказать, что это было полное преобладание. Даже то, что мы с реализацией у нас Саша Разморица попал в две перекладины в начале, это могло быть два гола, которые уже совсем другая была ситуация на поле, когда 2-0 ведешь. Вот. Думаю, что у нас сыграло не последнюю роль то, что у нас была больше скамейка запасных. То есть это тоже нам определенный плюс был. Немножко не собрано в обороне мы сыграли, это всплывало сегодня. Сказалось то, что у нас вчера было у команды две тренировки, одна дневная, часть людей днем тренировалась, а есть люди у нас, которые тренировались днем и тренировались вечером. То есть, поэтому молодежь сегодня очень, допустим, у нас уставшая, и это сказывалось. Даже та же концентрация, местами они просто не могли доиграть со своими игроками.
И первый гол тут начался с того, что когда я просил доиграть с игроком, подстраховать, у нас все равно человек убежал. Пошла контратака. Ну и тут забили, тут ворота чуть смещены. На самом деле там так бы в штангу попал мяч и не залетело бы. Но это нас не оправдывает. 2-0 вели, «Импакт» молодцы. Мы чуть-чуть подсобрались, «Импакт», думаю, чуть-чуть подустал. И все-таки немножко перестроились тактически. Стали пробовать чуть больше где-то брать игры на себя в конце. Но это вылилось в результат. Спасибо. Все. Спасибо. Костя, скажи, пожалуйста, ну, сегодня у вас такой был хороший состав, и против вас было так не просто играть, опыт. Скажи просто, команда «ЛК» классный коллектив, ребята делают первые шаги в этом году в футболе у нас. Вот что бы ты им посоветовал, что тебе нравится в этом коллективе особенно? Ну, атмосфера в команде хорошая, ребята приятные, с ним приятно играть. Несмотря на ситуацию, счет они играют до последнего. Стараются играть организованно. В принципе, все делать правильно. Им не хватает, может быть, вот как раз опыта и закалки там, многих турниров, матчей. Но это дело наживное. Со временем все придет. А первый или второй тайм тебе больше понравился? Ну, по нашим рисункам мне больше понравилось окончание игры, когда мы начали разыгрывать пятого, хорошо держать мяч. В принципе, соперник подустал, многое нам позволял. В конце много зашло. Спасибо. Сегодня вы показали достойный футбол, очень сильно сыграли с New Life. За счет чего у вас это получилось? И, ну, могли бы вы вообще бы в ничьи достичь или нет? Или вот сегодня все-таки мало? Я думаю, что ничья, наверное, навряд ли был бы закономерный результат. По сегодняшней игре ребята действительно, ну, более сыгранные. Но мы набрали ход, у нас постепенно, мы собрались по ходу турнира первый раз таким составом, набираем ход, и уже действительно появилась некоторая сыгранность, и связки работают. Потихонечку, я думаю, будем бороться за призовые места. Спасибо большое. Жень, хорошая сегодня игра получилась, лидер покров божий. Ну, реально, вот, наверное, самая скоростная за сегодняшний день. То есть, ну, никто не мог расслабиться, ни вы, ни соперники, ни судья, потому что ни оператор. Надо было за вами постоянно следить, доли секунды, туда-сюда, то есть мяч, да. Игра интересная для зрителей получилась, да, для соперника, но для вас не очень, потому что не смогли победить. Вот скажи, пожалуйста, первый или второй тайм тебе больше понравился, и какие сильные соперника, вот, ты заметил, тебе понравились? Ну, понравился, скорее всего, первый тайм. Я не могу сказать, что нам не было интересно играть. Очень интересная команда. И всегда интересно играть с такими командами в футбол. Ну, первый тайм больше понравился, потому что мы проиграли в один мяч там. И у нас как бы были надежды. Просто, что у нас сегодня просто по сбору. Так бы, чтобы мы собрались, то мы бы дали им достойный бой. Я думаю, что можно с ними играть. Просто нам где-то уже не хватило и организованности. Мы начали пятого играть, и просто нас обрезали, на наших же ошибках поймали, а так... Все, ну как, игра, все по делу, но мы можем играть лучше. И это правда. Я не знаю, про что говорить. Скажи, пожалуйста, сегодня это редкость, когда команда «ЛК» не забила ни одного гола. Что это было вообще? То есть первый раз, наверное, за всю историю. Это было полное превосходство соперника. Ну, когда вышли полностью, как бы, боевой состав, нас просто смяли в лепешку. Ну, я не знаю, что дальше больше сказать. Скажи, пожалуйста, ну, все равно тебе больше понравился первый или второй тайм? Вот на твой взгляд, где лучше? Конечно, первый. Ну, тут даже говорить нечего. Мы 15-12 минут двигались, играли, бегали, открывались, били. Где-то, я думаю, можно даже сильнее играли, а потом просто один, второй, третий. И когда это все происходит не по игре, ты просто плывешь. Ну, и просто, как бы... Наверное, если бы мы чуть пособраннее были, ну, проиграли бы 6-0, но не было бы такого. Спасибо большое. Виталик, скажите, пожалуйста, что произошло с вашей командой? Первый тайм полностью за вами, второй, или это было больше самоуверенность, или вы вот подсели? С чем связано физически? Средний тяжело стало? Средний возраст у нас почти под 40, 35-40. Мне тяжело бегать с такими. Первый тайм нас хватило физически, мы на опыте катали. Во втором могли забить, когда третий гол. Все, и переломали. Не забили в пустые. И они собрались, а мы подсели. Сильные стороны соперника, вот, на твой взгляд. Ну, у них игрок один хороший, опытный, который забил гол, отыграл, повел команду вперед, и они более были слаженные и более спокойные, чем мы.
Скажи, пожалуйста, вот все-таки, если бы можно было сейчас изменить во втором тайме тактически, да, подойти, как бы вы сделали? Потому что первый тайм, ну, то есть счет за вами, все за вами. По сути, правильно говорили, что мы катаем, 2-0 выигрываем, мы катаем. Зачем нам куда-то там бежать, нестись? Тем более мы на опыте. Ну, куда-то начали забить, третий побежали. Хотим же, наверное, большой счет. Ну, не хватило опыта и сыгранности. Скажи, пожалуйста, какие у тебя впечатления остались этой игры? А чем тебе запомнилась команда и DG? Ну и в целом, за счет чего вы победили, как считаешь? Впечатления в целом не дуже, так як одна з рішаючих була ігор. У нас вийшовся не дуже основний збір. Багато хто не під'їхав. Почали грати після 38-ї минути, до цього був ще 4-4. По сопернику скажу, в принципі, хоч в них була одна заміна, вони хороший бой дали, до кінця держалися. Інтересна гра вийшлася. Первый или второй тайм тебе понравился больше? Больше другий, так как все-таки мы больше в нем выиграли, больше забыли. Сильные стороны соперника, на твой взгляд, какие? То, что они опытные, все игроки в них. И в обороне они очень сильно играют. Важко пройти. Какие впечатления остались от игры? Сегодня две хорошие команды, которые умеют играть в футбол, играли. Вот плюсы и минусы ваши, плюсы и минусы соперника. Вернее, даже все-таки соперники будем положительные говорить. Что понравилось? Соперник молодой, двигается хорошо. Поэтому, наверное, мы в конце и проиграли, нам чуть не хватило. Хоть они и без замен, в основном были одна замена. У нас нам не хватило... Ну, нам сыгранности всегда не хватает. Я так думаю, что-то нам... Где-то нужно собираться, тренироваться. Если взять первый, второй тайм, какой больше понравился? Ну, наверное, второй. Мы отыгрались, и были у нас шансы выиграть. Но на контратаках проиграли. Всем привет. Жень, привет. Команды Альфа, сегодня день нереализованных моментов. Объясни мне, пожалуйста, что это было, потому что вы не могли забить. То есть столько моментов. И 7-2, вот я уже сказал Катрану команде, да, что это не по игре. То есть вы заслуживали больше. Скажи, что тебе понравилось в вашей игре, а что нет? Смотри, Тёма, мне очень понравилась сегодня игра в целом. Ребята очень самоотверженно играли сегодня. И это было видно, ну, всю игру. Они хорошо играли в пас, мне очень понравилось, когда они обыгрывались в одно касание. Ну, из-за того, что у них мало опыта, ну, не получается забить, не всегда получается забить. Ну и это мы увидели в этой игре. А не понравилась моя игра, я сегодня первый раз играл как вратарь. И ну, очень много привозил, ребята, извините за это. Ну вот в целом такая игра. Скажи, пожалуйста, сильные стороны Катрана. Ты знаешь, что команда очень хорошо, вот чем тебе сегодня понравился этот коллектив? Сильная сторона Катрана, они реально, ребята, очень сплоченно играют. Они давно играют вместе, и ну, это видно ну, просто вот, невооруженным глазом. То есть, когда они чуть-чуть нам начали, вот был момент 1-1, и они как бы чуть-чуть начали проигрывать по игре. Ну, может, не так активно играли. Они сразу же собрались. То есть, вот это вот очень важно в команде, что она может собраться и идти вперед, забивать. Ну, вот это респект Катрану. Теперь скажи, пожалуйста, сегодня, наверное, неожиданный результат для многих. Команда Макаби показала хороший футбол, достойный футбол, забила гол вам, да, то есть еще такой вы привыкли выигрывать с большим счетом в последнее время, но тут как бы немножко другая ситуация, твои впечатления от игры и особенно от соперника, вот что бы ты сказал? Ну, во-первых, хочу поблагодарить их за игру, очень хорошая, качественная игра была от Макаби, они организованно играли в обороне, то есть забивать им было довольно-таки тяжело. Вот, у них были хорошие моменты, они могли забивать нам. То есть сравнивать счет. Побольше бы таких команд, как Макаби, нам было бы поинтереснее играть. То есть вот действительно была интересная игра, как скажем. Ну, то есть по сравнению с другими играми, это одна такая, можно сказать, одна из самых тяжелых, кроме Five Brothers. Они тоже очень организованно играют.